на две большие группы. Ребята, все на меня смотрят. Кирилл, сюда. Да? Хвойные и лиственные. Вот как раз мы сейчас можем с вами пронаблюдать. Посмотрите, вот смотрите, как мы. Итак, посмотрели на лиственные, да? Хвойные. Посмотрите на веточки, какого они цвета? Зеленого, да? Что на веточках? Иголки зеленого цвета. Иголки, ребята, леса, это видоизмененные листики. Да? Это лиственница, да? Это хвойные деревья, которые роняют иголки. А теперь, ребята, еще раз посмотрите все сюда на меня. Стасик, а как вы думаете, что сейчас делают деревья? Они спят. Будут спать до весны. Если мы... Стасик, ты меня слышишь? Если мы сейчас подойдем к любому лиственному дереву, мы посмотрим, на нем есть спящие почечки. Да? Такая почка, она покрыта жесткой чешуей, а под почкой прячутся будущие листочки. И как только пригреет солнышко, жизнь в деревьях начнет пробуждаться. А как вы думаете, ребята, какое самое основное условие для того, чтобы жизнь в дереве стала пробуждаться, в растении? Вот. Самое основное – это солнце. И растение реагирует на долготу дня. Как только день начнет прибывать, прибавляться, увеличиваться, растение начнет пробуждаться. Да? Начнут появляться зеленые листочки, да? Распускаться почки, потом цветение и так далее. А сейчас... Посмотрите внимательно на лес. Он спит. Мы слышим шелест листвы? Нет. Нет. А вот весной мы сюда придем, в этот же лес, и пронаблюдаем за весенним лесом. А летом...